Здравствуйте! Большой приветик всем! Это я, Оля из Греции. Вы на моем канале Flower Therapy. И я нахожусь в беседке для вступления второй части видеообзора кактусов и суккулентов. Надеюсь, вам понравилась первая часть. Вы остались довольны, вам было приятно. И хочу, чтобы вы посмотрели и вторую часть обязательно, внимательно также, с интересом, с кайфом, как я говорю, потому что и она тоже, вторая часть не коротенькая, ну чуть-чуть короче, правда. Но, надеюсь, также интересно вам. Так что продолжайте осмотр моих любимцев, моих кактусиков и суккулентов. Досматривайте видео до конца, пожалуйста. И жду отзывы обязательно. Пока-пока. Вот я передохнула полчасика. Зашла в дом, сделала себе свежевыжатый сок апельсины. В таком большом стакане. И буду потихоньку показывать и пить, потому что тут можно просто упасть от жары. Так, продолжаем. Это у нас красула. Она сейчас зеленая, а вообще она, если на солнце, она становится красная. Такие красные листья. Вот. Сейчас она просто зелененькая зелень. Так, мамилярочка вот такая вот красненькая. Развивается довольно медленно. Хотя мамилярии быстро растущие кактусы. Но у меня почему-то он развивается, именно вот этот сорт, красненький. Что другой, который показала выше, что этот, развивается очень медленно. Не знаю, как у других. Может, он первое время так, а потом пойдет. Вот мне кажется, последнее время он стал вот лучше как-то. А долго он стоял. Тут у меня малышки, которые проросли у каких-то покрупнее и загнили. Так листок кактус посадила, туда пристроила в уголочек, пусть стоят. Вот это вот мамилярочка, очень много лет, я ее показываю периодически. Такая детишка есть у меня и в улиточке. Тоже очень старая мамилярия. Вот это вообще тоже старая. Эту даже я могу вспомнить и сказать, когда она у меня появилась. Или же я сейчас не буду говорить. Это уже второй раз я ее выращиваю. У меня был еще больше, еще пышней. Он загнил, я спасла детишки и опять нарастила вот такую вот крупнягу. Если я буду делать отдельный ролик про мамилярии, мне кажется, это надо сделать когда-то, потому что мамилярии уже разных можно сделать. И этот вид достаточно, могу сказать, самых популярных кактусов. Так что надо будет сделать. Обещаю. Сама себе. Так, это у нас лубивия, красавица красная. Это мамилярия. Тоже ей много лет. Тоже она один раз у меня загнила. И я с детишки опять вырастила. Вот. Бывает, видите. Вот такой вообще вот эта мамилярия у меня 100 раз загнивала. И опять, и опять. Она ее, если оставить, она, в общем, разрастается. Не вверх, а вширь. Нарастает много-много детишек. Потом они становятся очень мелкие, очень такие вытянутые. Заполняют всю, ну, всю посудину, весь горшок, где он будет посажен. И красиво, с одной стороны. Так, что у меня тут? Ну, тут у меня вот такой вот монструозный. Показывала вам до этого. Есть у меня черенки еще такого. Вот это вот самый крупный кусок я посадила, которую спасла вот сюда, и вот одну малышку сюда в стаканчик. Видите, кстати, какая полочка грязная. Мне так стыдно сейчас это показывать, но что делать? Вот такая вот эхинопсис. Вот эти вот мои, когда начало осени, я, кажется, купила вот такие вот, это стенококтус, вот это какая-то лубивия вроде. Вот это вот какая-то лубивия. Вот это вот еще не поймем, что. Даже я и не интересовалась, честно говоря. Вот еще эхинопсисы. Вот тут монструозные у меня. Как его там? Не знаю.
Что это? Точно какой-то монструозный. Так, вот у меня эхинопсисы тоже. Какой-то цвет вроде необычный. Давно покупала. Так, обещали, что вроде необычный цвет. Не знаю. Вот тут опунция какая-то монструозная тоже. Или крестатная, скорее всего, да. Она вширь идет, не вверх. Крестатная. Так, вот тут у меня единственный... Нет, есть у меня еще один малыш. Но это вот у меня... Матукана, матукана, которая заболела, которую поел клещик, посмотрите, неоднократно. Так, надо поменять местоположение. И что у нас тут? Ну, ребуция, скорее всего, сулко ребуция, она еще не цвела. Насколько я поняла, не знаю, вот я смотрела ребуции в поиске в гугле, она должна быть такая какая-то темненькая. Не знаю, какая-то малиновая, красненькая, что-то такое. Или темно-розовая. Вот тут эхиноцериус у меня. Тоже у меня много лет малышку я где-то купила. Растил детишек. Ну вот что-то тоже кожица какая-то больная. Тоже клещик, наверное. Не раз нападает клещик. Кстати, я недавно, вот на той неделе, буквально, наверное, прошло дней 5 где-то. Где-то так я обрабатывала все свои кактусы, суккуленты тут, в беседке. Обрабатывала все средством химии. И потому что напал клещик был. Что у меня еще тут был? Червец паутиный. Мучнистый, не паутиный. Еще был на каких-то растениях тля. В общем, тут в закрытом помещении... Воздуха не попадает. Ну, воздух попадает, не проветривается хорошо, в общем. И когда вот так все вместе закрытые растения, очень легко, в общем, переходит болезнь с одного на другого. Так, тут у меня гимнокалициум. Тоже уже маленькая коллекция есть. Вот этот вот недавно приобретенный. Красивый. Я даже не увидела его цветение, пропустила. Вот этот киркос там мне подарил. Гимнокалициум. Это парень... который с драмы, я говорила, мне присылал по имени Василий. Этот растение, он когда-то мне на какой-то выставке вот такую вот подарил мне вот такую вот малышку. И я уже размножила, и уже раздавала. И вот растут еще гимнокалициум. Мелкий, беленький, красивый, самых мелких. Ну, вот такой вот малышек, это мне двоюродная сестра привезла. Это вверх, не загнил, а вверх. Остался, ну, вот эти, которые, как их, привитые кактусы. И вот он у нее не рос. Я сказала, привези, я его постараюсь его сохранить. И вроде стоит. Не растет, но пухленький такой. Вот этот мой болеет уже много лет. Пришел в себя вроде летом. А потом опять зачах. И вот смотрите, какой он собранный, какой-то не такой. Я не знаю, придет он в себя когда-нибудь. Избавиться от него уже и купить на его место другое, не знаю. Посмотрим. Вот этот молочина цветет постоянно. Это все, что я вам показываю, это гимнокалициумы. Вот, красивый. Тоже болел, но отошел. Вот гимнокалициум, такой колючий. Астрофитум у меня этому много лет. Выращиваю с малышки. Молочина. Чем взрослее, тем лучше. Тем больше цветочек. Вот такая вот опунция крестатная тоже. Видите, она дает такие рожки. Выходит настоящие. Не настоящие, а не, скажем, не крестатные, а вот уже правильной формы выходят. Их надо обрезать, чтобы они не разрослись. Не забирали силу. Вот надо скоро это сделать, взяться за это. Так, тут какой-то вот маленький, тоже чуть-чуть с болезнью. Тоже какой-то эхинопсис мне сказали. Тут я веточку укоренила от, как ее, эфорбии. Эфорбии, сейчас как объяснить, какой. Ладно, в другой раз. А вот тут, вот смотрите, вот это вот низ крупняги, которая привезла тетя, он такой, смотрите, какой корявый, страшный же, попорченный. Ну, не то, что попорченный, кактусы вот такие вот становятся много лет, когда им
Вот уже низ вот такой вот одревесняется, такой вот весь в болячках, каких-то трещинах, как в природе. А вот тут я подсадила вот эти вот иониумы, которые у меня обломались. И я малышей посадила. И вот один из них, видите, тоже собирается цвести. Там, который вон сзади, просто розетки растут, а этот собирается цвести. Так, уходим, уходим. Вот тут у меня, вот в этой, вот этом горшочке, сейчас я не хочу вытаскивать, она тут так хорошо приспособлена. Тут у меня разные виды, это я привозила. Когда я его привозила? С летней выставки? Ой, если кто-то помнит, напомните мне, я уже честно путаюсь. Ну, столько я разных привожу каждый год. В год 3 выставки у клуба кактусоводов. Я что-то забыла, позабыла уже. Ну, тут что-то собирается цвести, что-то растет, что-то одно другого вытесняет, что-то загнило. Ну, ничего. Вот тоже цвет. Так, что у нас тут? Ну, это моя... Одни говорят ишачок, другие говорят, что это лошадка. Я все-таки думаю, что это лошадка, потому что у ишачка длинные уши, а эти, у этого вроде ушки не длинные. Разве похож он на ишачка? Посмотрите вы на него, не знаю. Мне лучше его называть лошадкой, чем ишачком. Такие глазки, ну вот лошадка. Разве есть у ишачка вот такие вот волосики впереди? Грива, как его? Не знаю. Вот эхеверия, красавица бархатная. Чуть-чуть ее тут закон покусал. Оголили светки, потому что она уже очень взрослая. Надо просто пересадить. Переукоренять я не буду, отрезать верхушки и убирать ветки. Мне нравится, что она такая крупная, как кустик. В любой момент я могу такую вот малышку отсадить. Вот, скажем, один раз я задела, и вот тут упала одна, отвалилась одна верхушка, одна головка. Я ее пока посадила. Вот тут у меня есть от нее вон розеточка красивая, на всякий случай пусть будет. Так что пусть остается кустом. Так, вот тут такая... Это была свечка от кокоса, половинка, и в ней была свечка. Я использовала свечку, почистила и посадила. Сажаю периодически разное, тут долго ж ничего не выживает, мало земли. Пока вот такие вот растёжки. Вот тут у меня пародия. Ой, кактусы задела. Седумы. Такая вот семейка. Они не семейка, я их посадила вместе. Они все одинаковые, но все росли по отдельности. Вот этот, скажем, я выращивала длинный уже сама, давно купленный. Остальные я привозила с какой-то выставки. Один раз один, другой раз другой. Росли отдельно, а потом решила их просто посадить вместе, пусть растут. Так, вот этот вот волосатый мой тоже, он замерзал, бедный, посмотрите. Сейчас я его показываю сверху. Уже не могу нагинаться. Уже сильно разболелась поясница. Так. Нелегко, нелегко снимать. Нелегко быть блогером. Совсем нелегко. Кто думает, что это легко, вы сильно заблуждаетесь. Совсем нелегко. Ладно, уж не буду жаловаться. Просто нелегко это все. Так. Вот такой красавец волосатенький. Как его? Ой, название сейчас вспомнить. Нет, не вспомню. Так, вот тут, как ее? Хавортия или алой? Алой. Так, каланхоэ. Когда я ее купила? В конце лета, кажется. Может, в середине. Уже не помню. Растет, развивается хорошо, бутоны. И тут пошли вот много очень... Каланхоэ. Сейчас я вам их все покажу, хотя показываю в своих роликах вот эту волосатенькую бархатистую, кто ее крокодильчик там называет, кто ее как дракончик, в общем, не писали. Там вот с листа внизу я выращиваю в двух горшочках. Ну, такое вот синенькое, вот это вот
которая цветет. Хотя одни его называют котилидом, другие каланхоэ, даже не знаю. Этого синенького детишки. Вот эти собираются цвести. Видите, какие бутончики. Такой вот цвет он приобретает с розовинкой. Вот это цветет. Сейчас я оставлю стаканчик и покажу. Смотрите, раскрылись уже вот на этой веточке почти все цветочки. Смотрите, какой он красивый. Они длинные, видите, в моей руке, какие длинные у него, как сказать, шейки. И четырехлистные вот такие вот цветочки. Сказать, что что-то такое, ну, прекрасное, нет. Но очень интересное по сравнению с другими каланхоэ, скажем, вот с этими, да, которые будут просто сережечки вниз смотреть. Отяжелели ветки, видите, нагнулись. Белоснежный, что нравится, что он белоснежный. Вот такие вот они тоненькие, нежненькие. Ну, вот такие вот девушки, как сказать, такие вот балеринки, как сказать, даже не знаю. Что-то приходит в голову, что-то нет. Вот зацветает, уже один зацвел. Тут еще, еще. Все это у меня будет теперь цвести очень долго. Что мне очень нравится. Так, вот этот в этом году, ну, с того года замерз, в этом году никак не придет в себя. Еще тля на него тоже напала. Что-то тут старается. А он должен быть красивый. Уже покрасневшие листья, уже бутоны, сережки такие у него красивые, красные цветочки. Так, и мой красавец еще цветет. Видите? Вот это первый, вот это вот второй, третий уже почти полностью раскрылся и собирается. Вот у четвертого цветоноса тоже уже раскрываются цветочки вовсю. Красавица цветет. Тоненький запашок есть. Красавица. Я его чистила. Вот тут вот листья уже отсыхают. И смотрите, что-то задело и отпало. Ну ничего. Берем нижние листики и даже не убирая, просто вот так вот в землю. Раз. Чуть-чуть придавила. Все. Расти, мой хороший. Вообще, вот тут было больше места. Вот тут. Вот так. Вот тут еще каланхоэ. Листики невзрачные. Что-то не знаю. Но не, вот на нем тоже была тля, обработала. Так, где у нас? Тут еще один каланхоэ. Вот он. Вот он. Какой высокий. А это у нас эфорбия. Это единственная эфорбия, которая у меня вот была всю зиму на улице, в холода. Я ее в дом не занесла. Ну, все с ней хорошо. Так, эту сторону я показала. Давайте теперь перейду сюда. И вот последнее я оставила столик. На столике я частенько вам показываю, что... Так что я пройдусь по-быстрому, скорее всего. Потому что вы это все видели. Есть у меня отдельный ролик про мои эхеверии. Эти все эхеверии вы там увидите. Еще кое-какие, которые не на столике. Ну, давайте я вот так вот покажу, как они выглядят. Самый больной вот этот никак не в себя не придет. Так, вот этот и вот этот переукорененные пришли в себя. Вот этот, если я не ошибаюсь, собирается цвести вон цветонос. Ну, хоть бы он его отсушил. Пусть еще силы набирает. На вот этого напала тля. Тля совсем в другой стороне была. Как она к нему перешла? Видите, остатки тли, там что-то есть. Но я его не могу помыть пока. Не хочу мочить. И вот он такой вот невзрачный. Ну, я думаю, все. Да, тля ушла. Я ее поборола, но остались какие-то эти, какие-то вон мертвые там штучки и какие-то пятна. Ничего. Так, вот эта эхеверия, красавица. Вот она вот таким цветом весь год, даже еще краснеет, прям бордовая становится. Ну, у нее цвет настоящий. Это не то, что что-то я делаю. Это ее настоящий цвет весь год. Она не зеленеет, не меняет цвет. Вот некоторые бывают, когда растут, они с другие, когда вот уже останавливается в росте и начинает такое вот солнце. В определенное время года, бывает, даже не летом загорают, а осенью больше. Такое тоже бывает с некоторыми суккулентами. Вот этот остается какой есть. Цвет он набирает у меня каждый год, но всегда отсушивает. Вот не набирает силы зацвести. Ну давай уже, давай.
Я ж тебя пересадила, у тебя новый грунт. Так, вот эти вот малышки вот тут у меня-то тоже с подоконника. Смотрите на нем какие. Я не любитель вот этих вот хавортий. Просто попадаются, и я их беру. А вот чтоб купить, я не покупаю. Ну, вот беру, и пусть будет так для разнообразия. И как я всегда говорю, если мне что-то не нравится, всегда можно кому-то дать, подарить, обменять. Пока вот стоит, ну, пусть. И, знаете, какие-то растения должны быть, я думаю. Я вот начинала, у меня были и суккуленты, и кактусы. Сперва, что дали? Потом я как-то определилась, я люблю кактусы, да, и, вот, и до сих пор я сильно их люблю. И вот я покупала себе кактусы, очень редко какие-то суккуленты. Ну вот получалось так, там дадут, тот другой даст. Большинство суккуленты легче размножаются, и обычно суккулентами можно обменяться, кто-то тебе дать что-то. А кактусы не так. И вот за это получилось так, что у меня уже очень много суккулентов. Я не могу сказать, что у меня больше любовь к суккулентам. Нет, я больше люблю кактусы. А вот последние года, да, и особенно последние 2-3 года у меня к суккулентам любовь. Ну, каким суккулентам? Не ко всем подряд. Да, люблю все подряд, в принципе. А вот сильная любовь у меня уже к форбиям, вот к этому семейству. Вот это вот у меня там что-то другое. Какая-то красула, тоже какая-то хавортия. Она, честно говоря, мне вообще не нравится. Но она такая вытянутая, такая, смотрите, некрасивая. Подожду еще, посмотрю на нее, посмотрим, какая она станет. Может, надо будет ей обрубить головку и укоренить, и чтобы она росла правильнее. Она вытянутая чуть-чуть. Вот. А может, я какую-то композицию куда-то пристрою, и она уже там будет сама по себе. Люблю вот эти, потому что они такие красивые становятся. Они такие хрупкие, так легко можно их сломать. Падают листики, ну и растут легко, как и ломаются. Не показываю вблизи красулу, сейчас цветет, потому что будет видео про красулу. И так что будет отдельно. Видео не буду вам показывать пока. Скоро-скоро будет про красулу и про алоэ. Ой, вот тут, смотрите, бутончики. Ой, желтенький. Но я знаю, что он желтенький. Такие дают желтенькие. Красивый стал. Красивый. Начала уже вот такая каемочка у него. Три цветоноса. Посмотрим, выдержишь ты. Так. Пахифитум. Красавец мой. Рос он одним. Одной розеткой. Давал детишки, обрывала. Ну, когда уже вытянулась ножка, я оставила вот эти детишки, которые выросли, чтобы голая ножка не была, переукоренять не хотела. Так что нарастил уже детишек, пока пусть не мешают. Вот этот болел. Пришел в себя одна веточка, другая еще больная. Кто там? Кто там? Кто-то пришел меня навестить. Зак, не трогай! Не трогай! Зак! Эй! А ну-ка! Смотри, что я тебе дам. Смотри, я тебе сейчас покажу. Подожди. Ты, если не покажешься в моих видео, ты не можешь. На, возьми. Возьми, иди. Все. Иди, иди, иди. Выгнала его. Пришел любопытничать. Продолжаю. Вот это вот от Кирикоста, который я недавно купила. Вот этот, вот этот. Вот этот покупала летом. Но не такие вяленькие, бедненькие. Один раз полила, и все. Вот этот хорошо выглядит, каланхоэ. Так, у него была даже табличка. Где она? Вот она. Ой, мама, не вижу каланхоэ. Томентоса. Я не запоминаю, не могу. И чем больше, тем хуже. Красулы не показывает, а будет, я сказала, отдельное видео. Вот это тоже от Кирикоста, да? Уже сколько лет? Ну, 3 года, может, вот это, как он мне дал. Первый наш обмен такой, скажем, какими-то растюшками. Плохо растет. Вот недавно буквально, наверное, он тронулся. Вот лучше стоял такой невзрачный. Вот этот вот, ой, как пролезть. Вот этот, видите, внизу с паутинкой. Симпревиву он мне давал вот такого малыша. Он разросся, стал крупненький, дал детишек. Красавец. А потом как загнил, ну ладно, спасла я.
Кого я спасла, не помню, какую-то детишку, скорее всего, мама загнила, да. Детишки тоже не все, который покрупнее был, вот один спасла. И тоже стоял, стоял долго-долго. Вот сейчас зимой начал расти. Ну, ничего. Так, вот это выращено с листика. Помните, да, вот это каланхоя красивое какое. Ну, потихонечку растет. Потом, наверное, весной даст в рост. Посмотрите цвет. Какой у него цвет интересный. Какие-то коричнево-бежевенькие. Камера показывает их бежевые почти. Они такие более кофейные. Вот. Верхние, которые молоденькие, которые ниже, они, да, зеленоватые, но такой, знаете, с налетом каким-то серым. Вот это тоже с листика, тоже хороший, крупнолистный. И вот уже цвет у него по краям, хорошенькие. Вот это вот растение, кактус, я не знаю название, еще не интересовалась вообще. Если кто-то знает, говорите. У него были еще по краям, ну, с других, с одной, с другой стороны были еще. Один был сухой вообще, а другой был полусухой, с гнилью какой-то. Это раздавали нам тоже на выставке зимой в том году. Принесла вот это вот, всегда приходит, как сказать, с фирмы, вот это Пулеменус, вот эта вот фирма кактусы, которые самый большой производитель, там поставщик, в общем, кактусов в Греции. И они приносят тоже, вот так вот раздают что-то. И бывает, они и продают на наши выставки. Кстати, скоро будет выставка. 23 февраля. Вот, 23 февраля будет зимняя выставка. Купи питас. Вот это вот будет тоже резать вот этот пирог. Кто-то будет выигрывать. Будет, как всегда, обычно всегда зимой будет вот эта вот фирма Пулеменус продавать кактусы. Вроде бы. Пока еще не сказали, если будет. Я хочу, чтобы, конечно, была, чтобы что-то прикупил интересненькое себе. Вот. И вот они раздают вот такие вот больные растения. Ну, жалко, видимо, выкинуть и приносят. Кто хочет, берет. Так, я уже не могу быть нагнутой, все, я уже... Мне надо лежать. Я, в общем, принесла домой, почистила, убрала больного, отсадила отдельно, обработала. Но он все-таки не выжил. А сухого, конечно, я его выкинула. И вот эти вот я посадила, ну, обработала, подсушила, все как надо. Это было зимой, это все взяло много времени. И он стоял, он стоял. Он начал расти в конце лета, вот и осенью большинство. Вот начал вот толстеть. Не то, что дал в рост, больше толстеть. И вот выдал кое-какие колючечки. У меня вот такие вот еще кое-какие кактусики есть, которые вот так вот приносит эта фирма и дает. Больные. Бывало, не выживали. Ну, пока ничего. Так, кажется, я показала все. Я показала все. Если я не ошибаюсь, я показала все. Давайте так пройдусь последний раз. Вот так вот по-быстренькому. Уже видео длинное, я знаю, длинное получилось. Если видео получилось меньше часа, часовое, я его покажу целое. Если оно будет больше часа, я его разделю на два, хотя я не хочу два, хочу одно, чтобы было. Так, что я теперь должна сказать? Конечно же, я должна вас всех, моих подписчиков, зрителей, моих подружек, моих друзей, приятелей, знакомых, как вас назвать, потому что и родственники меня смотрят, все меня смотрят. Хочу вас всех поблагодарить, всех, потому что, во-первых, вы меня смотрите, и так мой канал существует. Если вы меня не будете смотреть, мой канал не будет существовать. Так вот, вы мне дарите свои лайки. Ну, конечно, за эти лайки я вроде тоже чуть-чуть стараюсь, что-то делаю, не просто так, да? Вот. Вы подписываетесь на мой канал, вы пишете мне комментарии хорошие, в большинстве хорошие, очень редко комментарии не хорошие. Вот, я за это очень рада. Я просила, чтоб негатива не было. И его нету. Мы просто его не хотим. Далеко от нас. Если вы новенькие, кто гости моего канала, заходите, и вы с таким настроем на негатив написать нам что-то тут такое, мне, нам... Потому что если вы что-то пишете, вы это не пишете только мне, значит, вы это пишете,
чтобы это услышали, прочитали это другие, значит, натравите других против. Как-то, не знаю, как-то так получается. Вы нам не нужны такие на моем канале, далеко от меня. Вот. И хочу всем пожелать, конечно же, здоровья. Обязательно будьте здоровы, здоровье будет, все у вас будет. И давайте будем жить дружно, весело, общаться приятно, обмениваться, как сказать, опытом в данный момент, вот, цветоводством. И не только, почему? Тут можно затронуть и другие какие-то темы. Ну, честно говоря, большинство, конечно, о каких-то вот таких вот, знаю, приятных хобби. Лучше не затрагивать там, не знаю, что-то такое чересчур серьезное, как политика, там еще что-то. Такое нам не надо. Все в приличных этих, как сказать, чтобы все было у нас, знаете, на таком, как сказать, даже не знаю, сейчас слово не приходит, на таком уровне прилично, потому что нас смотрят и дети, нас смотрят и взрослые люди. Надо уважать всех и не писать никакие гадости, не отзываться плохо. Так, я это сделала. Я устала, пойду лежать, отдыхать. А вы наслаждайтесь моим роликом. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Конечно же, кто хочет, пишите комментарии. Ну, я жду ваши комментарии. Я знаю, комплименты пойдут. Ох, там какие кактусы, там молодец, там, ну, я жду, это, конечно, я жду, что я буду скрывать, ну, конечно, мне охота что-то хорошее услышать, я же стараюсь, вот, ну, в первую очередь для себя, а потом уже и для показа, вот, я очень довольна, очень рада, что у меня есть этот канал, что у меня есть столько вот вас, и я могу с вами общаться, мне это очень приятно от этого. И все, на этом я кончаю. Прощаюсь со всеми. До следующего ролика. А ролики у меня выходят и в будни, и в влоги, и вот такие вот обзоры будут у меня, надеюсь, теперь не совсем редко, а почаще. Ну, не раз в месяц, хоть раз в два месяца. Как-то вот, наверное, что-то у меня будет теперь. Как-то так я, наверное, заведу. Вот будет у меня это теперь в привычке. А вот. Все. На этом я с вами прощаюсь. До свидания с Греции, с моего сада, а точнее с моей беседки, которая стала теплицей. Всем пока, всего хорошего от меня, Оли из Греции. Большой приветик всем.